Вперед. Львы. Что же они охраняют? Элла! Лучше мне уйти. Здесь слишком опасно.
могучий зверь, но тебе здесь не место. Кровавый отпечаток. Свежий. Мертвец. Кишки выпустили. Пиршество для птиц. Корабль? Вот как медведь попал на Делос. Написано, что медведь из Аркадии. Здесь уже нечего искать. Пора возвращаться к женщине. Жива? А чудовище? Медведь мертв. Таких, как он, я не видела. Он мертв? Значит, все кончено. У сломанной клетки я нашла кровавые следы рук и записи. Медведь мертв. Остальное не важно. Говори, откуда ты? Жива! Я из Аркадии. Ты преступница. И просто боялась, что если зверь начнет убивать жителей острова, тебе не сдобровать. Что мне было делать? Я не смогла его убить. Я пыталась. Здесь живут безумцы. Знаешь, что они делают с теми, кто приносит на их остров смерть? И ты решила оставить все как есть? Мы тайно везли груз из Аркадии на Кос для некого Саргона. Попали в шторм. Медведь вырвался и перебил команду. Знаю. Видела тела. Это были мои друзья.
Прошу, я заплачу. Не выдавай меня жителям острова. А знаешь, мне хорошо заплатят за имя того, кто принес смерть на священную землю. Не смей! Посмею. Но ты можешь оплатить мое молчание. Презренная мистия! Моя семья мертва, а ты хочешь еще денег? Я хоть и ранена, но драться могу!
Ты всегда появляешься, когда мне нужна твоя помощь. Похоже, это мой дар. Просто тебе от меня всегда что-то нужно. Пожалуй. Пьяный политик, которого я провожала, возникли трудности. Ужасно! Но я рад, что ты жива. Да. К счастью, мы оба остались живы. О, ясно. Спасибо, что сказала. Ты разочарован? Нет, я... восхищен тем, что ты сумела его защитить. Ты говорил, тебе что-то надо. Что, сразу быка за рога? Ладно, все просто. Есть одна вещь, она дорога мне как память. Принеси мне ее. Что тебе нужно? Это Алисп. Увидев его на земле, даже ты вряд ли нагнулась бы, чтобы его поднять. Но мне он очень дорог, и я бы хотел его вернуть. Мне казалось, ты не из тех, кого волнуют такие вещи. Мое прекрасное лицо и светлые локоны — это всего лишь фасад. А за ним? Ну как же. Все забывают, что я сирота. Перикл не мой отец. Мьюн. О, это нас роднит. Ты тоже многое скрываешь, наемница. А о чем это я? Ты уже большой. Сходи сам. Я бы мог. Но женщина, у которой он остался, возможно, будет не слишком рада меня видеть. Чую, за этим что-то кроется. Ты поймешь, когда увидишь его. Возьмешь его в руки, погладишь его, почувствуешь его вес. Ты поймешь. При каждой нашей встрече ты рассказываешь о своих любовных похождениях. Бывших, будущих, настоящих. Это что, твоя новая пассия? Кто сказал, что я с ней спал? А что, разве нет? И как ты только все успеваешь? Главная сила воли. На ложе человек раскрывается перед тобой полностью. Как можно не желать такого? Я принесу тебе Алисп. Возможно, эта женщина не захочет его отдавать. Назло мне. Попробуй забрать его незаметно и возвращайся. Ее дом на востоке. Не бойся, скоро... Ничтожество! Соседка!
Каменный. По-своему неплохо. Да, он у тебя в руках. Это он. Он не такой формы, как я помню. И намного длиннее. Ей будет его не хватать. Так он не был твоим, да? Я его украла. Это не просто Алисп. Это семейная реликвия и подспорье мужа. Теперь он будет больше заниматься любовью и меньше торговлей. Думаю, это придется ей по вкусу. Значит, он был дорог, но не тебе. Важно только одно. Ты принесла Алисп и тем самым очень мне помогла. И что дальше? Рука руку моет, верно? В конце концов, ты мне никогда не отказываешь. Показать тебе, какая чудесная штука этот Алисп. Ты пробудил во мне любопытство. Попробуем. Я знал, что ты это скажешь. Это было нечто. Это необычно, но ты привыкнешь. Надеюсь.